Вчера в Туринске на месте последней стоянки самовольно воспламенилась и дотла сгорела важная единица общественного транспорта. ПАЗик модели 3423 до последнего исполнял свои обязанности извозчика и добрался до остановки на улице имени Спорта. После Спорта для него жизни не оказалось. Люди услышали сначала хлопок, а потом увидели, как ПАЗик охватило пламя. Надо заметить, что к тому времени в автобусе пассажиров и водителя уже не было, и весь объем его салона вместо людей заполнило пламя. Так-то открыто все. Эти-то, наверное, нету там пассажиров-то, не было. Как жалко. Вообще. Пожарные доложили потом, что возгорание на площади 9 квадратных метров 9 бойцов при двух спецмашинах потушили за 3 минуты. Но не стоит упускать из виду, что еще до того, как начался отсчет этих 3 минут тушения, несколько минут огонь без какого-либо сопротивления активно пожирал мелкоавтобус. Так что потушили уже, собственно, его останки. Согласно сводке, при этом повреждены колеса, моторный отсек, кузов, багажник и салон. Поднимите руки, те, кто знает, какие еще запчасти бывают у ПАЗика.